Всем привет! Сегодня с вами вяжем вот такую простую шапку резинкой 2 на 2 с любым количеством подворотов, которые вы только захотите. Я изначально вообще вязала себе шапку с двумя подворотами, но потом после примерки уже поняла, что на самом деле мне больше всего идет один подворот, но очень широкий. Для вязания нам, конечно, прежде всего понадобится пряжа. Я буду вязать свою шапку из пряжи Drop Sky, вот такого бледно-желтого цвета, номер 16. Здесь у нас в составе 74% альпака, 18% полиамид и 8% шерсть. Очень мягкая, классная пряжа. Для простой шапки 2 на 2, вот всякая такая интересная пряжа с интересной скруткой, текстурой, она просто идеально подходит. Значит, здесь в 50 граммах 190 метров. И производитель рекомендует моему коту похудеть. Так, производитель рекомендует спицы 4 мм, но мы с вами будем вязать спицами 3,5 мм, для того, чтобы шапочка получилась более плотная. Значит, основные спицы, которые мы будем использовать, это круговые на леске 40 см, спицы 3,5 мм, вот такие вот. Также нам с вами понадобятся чулочные спицы, также 3,5 мм для закрытия макушки шапки. Или если вы владеете техникой закрытия Magic Loop, тогда вам нужны вот эти же спицы, они у меня съемные, да, только леска побольше. 100-120 сантиметров, может быть 80 будет достаточно. Также нам с вами понадобятся ножницы и маркеры, будет достаточно 5 штук. Теперь давайте поговорим о том, сколько нам нужно набирать петель на шапку. Самое главное, что вы должны знать при вязании шапки 2 на 2, это, конечно же, то, что раппорт узора резинки 2 на 2 составляет 4 петли. То есть общее количество петель обязательно должно быть кратно 4. Кроме того, чтобы у нас с вами очень красиво и корректно закрылась макушка, общее количество петель должно быть кратно 16. Вот от этих параметров мы с вами отталкиваемся. Отмеряем примерно 120 сантиметров хвостик, если вы планируете столько же, сколько я набирать петель, 112, да? И располагаем его вот таким образом. Короткий хвостик у нас уходит вправо, а хвостик, который уходит к мотку, влево. И мы, как обычно, располагаем нить и начинаем набирать необходимое количество петель на спице. Мы будем использовать не классический набор петель, а двойной скрестный. Я уже показывала его в другом мастер-классе, когда мы с вами вязали носки. Этот набор идеально подходит для резинки 2 на 2. Под каждыми двумя петельками образуется узелочек, который очень круто выглядит именно в резинке 2 на 2. Посмотрите, как делается первая петля. Без какого-либо узла мы просто заводим спицу вот таким образом и переворачиваем ее. И вот у нас петля без узла образовалась. Давайте еще раз покажу. Заводим, переворачиваем. Вторая петля вяжется так же, как при классическом методе. А вот уже третья вяжется иначе. Мы перемещаем большой палец и, соответственно, по-другому захватываем нить. И как раз вот этот способ позволяет нам сделать такой узелочек под двумя петельками. Вот он, видите? Следующая петля опять классическая. Дальше перемещаем большой палец. Затем опять классическая петля. И перемещаем палец. И так далее мы с вами чередуем до тех пор, пока не наберем нужное нам количество петель. В моем случае 112, в вашем случае может быть на 16 больше или на 16 меньше, или может быть не только на 16. Еще один важный момент заключается в том, что если вы набираете меньшее количество петель, не 112, например, 96, то сначала вам придется набрать их на чулочные спицы, потому что этого количества петель недостаточно, чтобы у нас сомкнулись круговые вот эти вот спицы, и вам было удобно вязать. Поэтому первые два рядочка вяжем на чулочных спицах, а потом уже переходим на круговые. Последняя 112 петля провязывается у нас классической, и она, соответственно, идет без узелка. Так же, как и самая первая петелька у нас тоже без узелка. Вот видите, тут пошел узелок уже дальше,
И здесь тоже узелок есть, а вот эти у нас крайние петельки, они без узелка. И потом в конце я вам покажу, как эту ситуацию исправить. Значит, так как первая и последняя петля у нас без узелка, мы будем с вами вязать обе этих петли лицевыми. Видите, даже 112 петель достаточно туго распределены по леске, и в принципе первый ряд будет вязать достаточно тяжеловато, но потом все будет в порядке. Первый ряд вяжется лицевыми, то есть весь ряд лицевыми, пока мы никакие изнаночные не вяжем. Так, у нас получился достаточно длинный хвостик. Давайте мы его обрежем, чтобы он нам не мешал. Вот этот. Примерно вот так. Все. И вяжем первый ряд лицевыми. Хорошенечко в начале ряда подтягиваем нитку. Насколько это возможно. Продолжаем вязать лицевые. Провязали кусочек и подтягиваем. Перемещаем петли, чтобы было поудобнее вязать. Последнюю петельку мы с вами тоже провязываем лицевой. Тут хвостик можно придерживать. Все, первый ряд у нас с вами готов. И здесь мы вешаем маркер начала ряда. Уже начиная со второго ряда и все последующие ряды мы с вами вяжем резинкой 2 на 2. И помним, что мы с вами договорились, что первую и последнюю петельку мы с вами вяжем всегда лицевой. Соответственно, после первой петли. Вот мы сейчас ее вместе свяжем, первая лицевая. И уже после этой петельки мы с вами вяжем 2 изнаночные. Затем опять 2 лицевые. И повторяем 2 изнаночные. И так далее, чередуя 2 лицевые и 2 изнаночные, мы с вами вяжем до конца ряда, и в конце ряда последнюю петельку мы должны провязать лицевой. Заодно можно легко себя проверить, все ли мы правильно набрали, потому что если вдруг у нас к концу ряда останется не одна петля, которую нужно провязать лицевой, значит мы где-то допустили ошибку. Как же измерить высоту шапки до убавок, сколько нужно вязать? На самом деле тут все зависит только от вас, от ваших предпочтений, какие шапки вам идут. И здесь у каждого высота будет своя. Кто-то любит без подворотов шапки, кто-то с подворотом, кто-то с двумя подворотами и так далее. Значит, что нужно делать? Первый, самый простой вариант. Берете свою любимую шапку, которая вот вам нравится, как она на вас сидит. Разворачиваете ее, если на ней есть подвороты, и считаете в сантиметрах. Замеряете, сколько она у вас по высоте до убавок. И столько же вяжете здесь. Если такой вариант не подходит, есть еще один вариант. Значит, второй вариант заключается в том, что вы измеряете высоту своей головы. Как она мерится? Вы берете сантиметровую ленту, прикладываете к правой мочке уха, ведете ленту по голове вверх и вниз до левой мочки уха. Вот у вас получилась какая-то величина, вы делите ее пополам, и это высота вашей головы. Мы с вами знаем, сколько примерно в сантиметрах будет высота наших убавок. Соответственно, если из высоты вашей головы вычесть высоту убавок, у вас получится та величина, которую вам надо связать, чтобы шапка была по голове, без какого-либо припуска. Дальше вы прикидываете в сантиметрах, сколько вы хотите припуск у шапки, чтобы был, и добавляете это количество сантиметров к тем сантиметрам, которые вы вяжете до убавок. Ну и третий самый простой способ, если вы вообще ничего не понимаете, если вы только-только начинаете вязать, просто повторяйте за мной. Если вам понравилось, как на мне сидит эта шапка, тупо следуйте всем инструкциям, которые я даю в этом видео, свяжите свою шапку, постирайте ее, померите и поймете, попали вы или не попали. Если вдруг вы не попали, пожалуйста, не жалейте себя.
Не расстраивайтесь, просто распустите несколько рядов убавок, вот все эти убавки, которые мы будем сейчас с вами вязать, и скорректируйте высоту шапки. Либо распустите лишние ряды, либо надвяжите, и потом еще раз сделайте убавки. Да, это займет какое-то время, но ничего не случится, вы не сломаетесь, мир не рухнет, зато у вас в итоге будет ваша идеальная шапка. Зато в следующий раз вы уже будете знать, какой высоты вам надо вязать шапку до убавок. Первое, что мы делаем, мы опускаем маркер начала ряда, вот здесь я его просто прикрепила, чтобы у меня был ориентир, я знаю, что у меня начало ряда между двумя лицевыми, вот, чтобы он нас не отвлекал. Дальше нам с вами нужно разместить 4 маркера, которые будут означать 4 клина, по которым мы с вами будем делать убавки. Значит, у меня 112 петель, делим эту величину, если у вас какая-то другая, вашу величину делим на 4, получаем число, у меня 28, соответственно, через каждые 28 петель у меня должны стоять маркеры. Начало ряда я всегда оставляю в середине одного клина, соответственно, мне надо еще 28 поделить на 2, получается 14. Значит, от начала ряда откладываю 14 петель, ставлю маркер. Но вот какое дело, у меня получается, что маркер должен стоять между двумя изнаночными петлями, но это мне не подходит. Для того, чтобы получить красивые убавки в резинке 2 на 2, мы должны с вами маркер поставить в середину лицевых петель. Соответственно, я просто немножечко перемещусь поближе, вот сюда, и ничего страшного. У меня здесь получилось 12 петель. Дальше я откладываю уже 28 петель. Под 28 петель как раз у меня пришлись на серединку между двумя лицевыми. Ставлю маркер. Откладываю следующие 28 петель. Опять проверяю, что это у меня пришлось на серединку между двумя лицевыми и ставлю маркер. Откладываю следующие 28 петель. Ставлю маркер. И проверяю, сколько у меня осталось. 16, значит тут 16, там 12, все верно, в сумме 28. Вот так расстановка маркеров выглядит сверху. Здесь у нас 12 петелек, 28, 28, 28, 16. Итак, первый убавочный ряд мы с вами вяжем до маркера первого, не доходя 2 петельки. 2 петли до маркера мы с вами провязываем убавкой с наклоном вправо. То есть провязываем 2 петли вместе лицевой, подтягиваем, переносим маркер. Убавки после маркера мы вяжем с наклоном влево. Для этого нам нужно перевернуть 2 петельки. Вот таким образом. Раз, два. И провязать вместе за заднюю стенку лицевой. Так, аккуратненько, чтобы тут ничего не зацепилось. Вот так. И тоже подтягиваем. Все, первые у нас убавки готовы. Дальше вяжем опять до следующего маркера, не доходя 2 петельки. Перед маркером убавка с наклоном вправо. После маркера убавка с наклоном влево. Вяжем до следующего маркера, не доходя 2 петли. До маркера убавка вправо. После маркера влево. Так, у меня тут зацепилось. Вяжем до следующего маркера, до последнего. Так, до маркера вправо. Маркер переносим. И последняя убавочка влево. Так, довязываем до нашего ориентировочного конца ряда, который на самом деле у нас сместился. Но это не страшно.
Итак, наш первый балочный ряд готов, и дальше, по идее, по классическому сценарию вязания шапки, мы должны делать убавки через ряд. Но я вам предлагаю попробовать немного другой способ убавлений. Я его пробовала в прошлой шапке, мне очень понравилось, как он выглядел, более плавный. Более плавная линия убавок достигается тогда, когда мы делаем больший промежуток между убавками, то есть не один ряд, а больше. Я вам предлагаю такой вариант. Убавочный ряд, который мы уже связали, затем три ряда без убавок, не один, как это принято, затем опять убавочный ряд, три ряда без убавок, убавочный ряд, два ряда без убавок, убавочный, два ряда, убавочный, два ряда. После этого уже делать убавки через ряд. Если вдруг вы не хотите пробовать такой вариант, пожалуйста, делайте классический, убавки через ряд. А я вяжу 3 ряда без убавок. После убавочного ряда у нас с вами получается, что до маркера идет изнаночная лицевая, после маркера лицевая изнаночная. Мы так и провязываем по рисунку. Изнаночная, лицевая, маркер. Ой. Лицевая, изнаночная. И дальше по рисунку вяжем. Готово, провязали 3 ряда без убавок, а следующий ряд у нас убавочный. И он вяжется аналогично первому убавочному ряду. До маркера мы делаем убавку с наклоном вправо, после маркера мы делаем убавку с наклоном влево, и потом вот так идем, постепенно-постепенно убавляем. Следующий, значит, после этого убавочного ряда у нас будет 3 ряда без убавок, убавочный ряд, 2 ряда без убавок и так далее. Я вам напишу на экране последовательность убавлений. Встретимся с вами тогда, когда нам станет тесно на круговых спицах и надо будет переходить уже на чулочные. Кстати, после второго убавочного ряда получится, что у вас 3 лицевые петли до маркера и 3 лицевые петли после маркера. Не пугайтесь, это нормально. После каждого убавочного ряда у вас тут будут разные петли, какие-то лицевые, изнаночные, в самых разных вариациях. Это нормально, просто нужно провязывать по рисунку. Что я имею в виду по рисунку? Над лицевыми вы вяжете лицевую, над изнаночной вы вяжете изнаночную. Неважно, сколько у вас здесь подряд идет лицевых или изнаночных. На спицах у меня 64 петли, мне уже не очень удобно вязать на круговых спицах, поэтому я сейчас перейду на чулочные. Вспоминаем, что здесь у нас с вами было смещение, мы его должны вернуть обратно, то есть найти серединку. То есть подраспустить, получается, 2 петельки. Так, и у нас с одной стороны 8, да, и с другой тоже 8. Вот, теперь все верно. И теперь мы переснимаем. Значит, на каждой спице у нас должно быть 16 петель. Готово, пересняли на чулочные спицы и продолжаем вязать по нашей схеме убавок. После того, как у нас на каждой спице остается по 4 петельки, мы начинаем стягивать макушку. Последнюю провязанную петельку мы с вами переснимаем на другую спицу, вот так, и накидываем следующие петли все на эту. Вытягиваем, перебрасываем. Переносим оставшуюся петельку на спицу
левую. И продолжаем делать то же самое. Теперь вытягиваем вверх спицу вместе с петлей. Аккуратно, главное не порвать. Хорошенечко затягиваем. Обрезаем вот эту нитку. И вытягиваем петельку. Так должно получиться, и мы сейчас вот эту нитку спрячем наизнанку с помощью крючка. Здесь мы продеваем нитку так, чтобы сымитировать наш узелочек, да, такой же, как справа и слева. А у нас его вот здесь не было, потому что у нас здесь начало ряда. Так вот делаем и закрепляем на изнанке. Готова наша гигантская шапка. Смотрите еще даже сколько осталось от мотка. Можно было еще смело связать, наверное, 3-4 ряда. Может быть, даже больше. Так, но я решила остановиться на вот таком варианте. И вот какая у нас получилась макушка. Остается шапку только постирать, и все. Сушим шапку обязательно на горизонтальной поверхности. Все расправляем аккуратненько, чтобы она у нас ровненько высохла. Вот такая шапка у нас с вами получилась. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях под видео, я постараюсь ответить максимально быстро. Также под видео я вам оставлю в инфобоксе все размеры, как до стирки, так и после. Если вам понравился мастер-класс, вы всегда можете оставить свой донат по ссылке под видео. И помните, что 10% от вашего доната пойдет в поддержку центра насилия.нет. У меня там все, буду с вами прощаться, жду ваши готовые шапки в Instagram по тегу, который вы сейчас видите на экране.